Скажите, пожалуйста, какие нормы выше вы используете для разных культур? Для разных культур? Ну да, там для... Seating rates that we do on our farm. If it's a cash crop, what we want to have happen is the cash crop have enough leaf surface of the crop before the heat comes alive so that we have no sunlight straight into the soil of our. Если это товарная культура, то норма должна быть такой, чтобы до жары было достаточно листьев, которые закроют почву от солнца. Corn in our environment. В нашем округе, вот кукурузу, если взять. Beans will have between 55 and 60,000 plants per hectare. Кукуруза это будет 55-60 тысяч растений на гектар. Sunflowers are similar. Аналогично подсолнечник. With wheat, we sow about 3.5 million seeds per hectare. На пшенице около 3.5 миллионов семян на гектар. Both. И то, и другое. We have a little bit more time. Немножко у нас еще есть времени. Еще можно вопрос. Значит, скажите, вот вы используете покровные культуры. Покровные культуры, в моем понимании, они только ну, служат для того, чтобы земля находилась постоянно под зеленым покровом. Проводились ли в Соединенных Штатах исследования по видам покровных культур, какие они приносят дополнительно, помимо того, что затеняют, дополнительно приносят какие питательные вещества и как можно составить севооборот и какие культуры сеять именно с учетом вот этих моментов. There are many, many studies that have been done in the States and around the world, actually. Вообще и в Штатах и в других частях света проводилось очень много исследований. And there are some farmers in this area that are also doing some studies to show this. И в вашем регионе тоже есть фермеры, проводящие исследования. The main purpose in a cover crop. Основное назначение покровной культуры. Is to sequester carbon molecules and deposit them in the soil. Секвестрировать углерод и откладывать его в почву. Everything else is secondary. Все остальное вторично. Because we have to feed our little biology in the soil. Нужно кормить вот этих вот малышей в почве. Something, or else they're going to consume our organic matter, our humus. Кормить хоть чем-то. В противном случае они начнут есть наше органическое вещество. When we were young, we learned that plants sequestered CO2 gas, they breathe it in. Вот нам рассказывали, что растения вдыхают CO2, они их дышат. And they respirate oxygen molecules back out. А выдыхают молекулы кислорода. But when we were young, we never ever were taught what happens to that carbon molecule. Но тогда нам почему-то никто не говорил, что происходит с этой молекулой углерода. The world is based on carbon. Весь мир базируется на углероде. You see, we have the same carbon nitrogen ratio. Видите, у людей такое же соотношение углерода к азоту, как у простейших. When the carbon molecules are sequestered into the soil, they turn into all kinds of little fancy names that I can't pronounce many of them, but they feed the biology. Когда молекула углерода попадает в почву, она превращается во множество разных соединений, названия которых иногда даже трудно выговорить. Но это все является кормом для наших малышей. I would like to explain to you what happens with the nitrogen molecule. Я хочу вам рассказать, что происходит с молекулой азота. We have been taught that legumes capture nitrogen from the air.
Нас учили, что бобовые фиксируют азот из воздуха. This is a mistake. Это ошибка. Legumes allow the rhizobium biology to colonize the rooting system. Бобовые позволяют ризобиум колонизировать корневую систему. And the rhizobium, what they do is they take the nitrogen molecule that is in nitrous oxide gas and capture it. Ризобиум берут молекулу азота из NO2, из закиси азота, и перерабатывают его. And the plant, with the relationship it has, says, thank you, I'll store that for you. И растение, на котором живет эта бактерия, говорит, спасибо, что накормила, я буду хранить твой азот. So the rhizobium is what fixes the nitrogen, not the plant. То есть фиксирует азот ризобиум, а не само растение. Now there are free-living rhizobium within your soil also. Есть в почве и свободно живущий ризобиум. And these free-living rhizobium actually take nitrogen out of the air. Вот эти свободно живущие ризобиум, они берут азот из воздуха. And the plants also say, thank you very much, I'll store that for you. Растение тоже говорит, большое спасибо, я похороню его у себя. The free living rhizobium, свободно живущие ризобиум, has to have soil aggregation for them to get air to go into the soil. Им нужно, чтобы была хорошая структура почвы, для того, чтобы воздух попадал в почву. So if you have soil crusting, like I showed it to you, если на почве пленка, that stops the air exchange into your soil also. Воздух в почву не попадает. So even though you may get your plants to come through a crust properly, и даже несмотря на то, что растение вроде бы и выбилось через эту корку, so you wipe your brow and you say, good, I got my crop up. Вы вытерли пот со лба и говорите, ну слава Богу, всходы есть. But the raindrop has still destroyed the soil structure at the surface. Но у поверхности капли дождя разрушили структуру почвы. And the air exchange from the atmosphere to below ground does not happen properly. И обмен воздухом между, скажем, атмосферой и подземным, скажем, царством не происходит. And the nitrogen fixation from the free-living rhizobium does not happen as readily as it should. И фиксация азота вот этими свободно живущими ризобиумами становится очень незначительной. Plants breathe CO2 gas only. Растения всего лишь вдыхают CO2. Everything else happens because of the biology. Все остальное происходит за счет биоты. So let's protect the skin of the earth so the biology can flourish. Давайте защищать кожу земли, чтобы наша биота процветала. And keep the world alive. И таким образом весь мир сможет выжить. Сейчас вот пшеницу и лен одновременно посеяли, да? И между рядиком были. И норма какая? Yes. Да, одновременно. Сейчас, секунду. Вот такое. Между рядиком. 20. А норма теперь? 20. I would like to make a comment. I will answer. Я отвечу на ваш вопрос, сейчас прокомментировать хочу. The questions I'm receiving, although they're very, very good questions, go back to the technologies that we have been taught for years. Те вопросы, которые я сейчас получаю, это очень интересные вопросы, и они связаны с технологией, которой нас обучали многие годы. We're trying to make things look and operate and act like if Mother Nature was doing it. Мы пытаемся сделать так, чтобы все работало, все действовало, функционировало так, как этого хочет природа. Nowhere in nature is there row spacing. В природе нет такого понятия, как междурядье. It is not relevant. В природе не важно, на каком расстоянии будут расти эти растения. The color of the iron is not relevant. Цвет железа тоже не имеет значения.
You did not see any pictures of iron. Я вам не показывал фотографии железа. You've seen pictures of soil cover. Я вам показывал фотографии покрова. Most of it alive. Большей частью живого. Some of it dead. Частично мертвого, как на этой фотографии. This little guy actually is exposed that much because we had a tour that day and we went out and picked it off so we could go to the field. Вот этот червяк так сильно вылез, потому что у нас была экскурсия на этом поле, и мы разгребали остатки, он решил посмотреть, кто там домой покупается. Our row spacing is about this far apart. У нас междурядье, где-то вот такое. Our seeding depth is this deep right here. Глубина посева вот такая. And if your fingers are longer than mine, your seed is going to be deeper than mine. Если ваш палец длиннее, чем у меня, вы будете сеять глубже, чем я. You see, we as human beings get so tied up on measurements, numbers. Мы люди, мы настолько вот фиксируемся на цифрах, на разных измерениях. Mother Nature does not recognize days and months. В природе природа не заморачивается, какой сегодня день, какой сегодня месяц. Mother Nature recognizes temperature and humidity. Природа обращает внимание на температуру и влажность. Biological life cycles are not years, they are minutes. Цикл жизни биологический не годы, это минуты. Some of these young guys and small guys only live 2 hours or 4 hours. Некоторые из этих подземных малышей живут 2-4 часа и все. But they multiply by the millions and billions a day. Но при этом размножаются на миллионы и миллиарды. Можно? Секундочку. Как у нас по времени? Можно вопрос? А вот там был первый человек. Our flax, we seed at a full seeding rate. And it became the sacrificial plant to the wheat. Но мы изначально знаем, что эта культура приносится в жертву ради пшеницы. We plant corn and soybeans together. Мы посеваем кукурузу и сою вместе. Dr. Jack Schultz in America is studying the effects from one plant to the other above ground. Есть в Америке такой доктор, его зовут доктор Джек Шульц. Он изучает влияние одного растения на другое. The corn and soybeans both come up at the same time. Соя и кукуруза всходят в принципе одновременно. And when it's about, I'm going to use Fahrenheit. Можно я температуру буду в Фаренгейтах? When it's about 80 degrees outside, the soybean plants start saying it's very, very warm, and the leaves start shriveling. Когда на улице 80 градусов по Фаренгейту, соя начинает вопить, что очень жарко, и начинает сворачивать листочки. And it starts throwing compounds into the air, saying, close your stomatas down, close your stomatas down. И она, соя, она начинает выбрасывать специальные такие соединения в воздух, которые кричат кукурузе, закрывай устица на листиках. Much the same as if there was a fire, somebody would come in and say, get out, get out, get out. Это точно так же, как на пожаре. Представьте, кто-то бегает и кричит, пожар, пожар. The corn plant will survive till about 85 to 87 degrees. Кукуруза вызывает, ну, хорошо себя чувствует где-то до 85-87 градусов. So as my soybean plant does it at 80 degrees, my corn plant said, hey, somebody's saying it's hot out, I should close my stomata down. Ну, так как у сои это 80, кукуруза тоже говорит, что кукуруза понимает, что вот кто-то кричит, что жарко, надо, наверное, закрывать устица. So the corn plant will close its stomata down 3, 4, 5, 6 hours earlier every day. Таким образом, кукуруза будет закрывать свои устица на 3, а иногда и на 6 часов раньше каждый день. To preserve its water. Чтобы влагу не упустить из себя. And if it's 4 or 5 hours a day, every 6 days I gain 1 more day without water. Если 5-6 взять часов в день, то получается
за 6 дней я накапливаю практически целый день воды. You see, nowhere in Mother Nature is there a monoculture either. Обратите внимание, в природе тоже монокультура не растет. Just as I look out here in this audience, we're all human beings. Вот посмотреть на нашу аудиторию. Все мы люди. Very diverse. И все мы разные. We have many languages we speak here. Мы говорим на разных языках. We have different colored hairs. У нас волосы разного цвета. Different style bodies. Тела разные. We're all human beings. Но при этом мы все люди. And if something happened that was very, very bad, и если произойдет что-то очень-очень плохое, we would all help each other. Мы будем друг другу помогать. Survive. Помогать выжить. And that's what Mother Nature does. И так происходит в природе. And now I'm out of time. И теперь время закончилось. Спасибо. Спасибо.